Пошла вторая неделя тренировок в прежнем составе. Будь на вашем месте, я бы прописалась на беговой дорожке. Увы, красивое тело в киоске не купишь. Поднажмите, ребята! Вы, наверное, считаете себя самой сексуальной девушкой на проекте? Нет. Также пишут в комментариях. У меня нет зрителей. Вы согласны с мнением зрителей? Да. Скажите, что у вас под футболкой такое там торчит? Покажите. Термопояс. А это для чего? А чтобы брюшко уходило по телу. А я уж грешным делом подумала, чтобы утягивающее белье начали носить. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Чтобы сексуальнее казаться. Да я так шикарен, но надо лучше. Лучше прыгать по волнам, чем биться об скалы. Лучше, конечно, и по волнам, и об скалы, только с минус 20 однозначно. Жень, скажи, кто самый жирный на проекте? На ушко все. Сколько булок сожрала за неделю, признавайся? Ноль. Чистая как правда. Как варная грудка и кабачки. Все. Готова положить руку на сердце и поклясться? Клянусь. Почему жир не уходит? Мы с ним любим друг друга. Не расстаемся. Это любовь. Он мой единственный. Шевелим батонами! Активней! Виктор, скажите, на вас уже начали обращать девушки внимание и как-то реагировать? К сожалению, пока еще не обращают внимания, потому что слабенький результат, объективно. Вы оцениваете справа, да? Да, реально смотрю на вещи. Что, может, накачали? Еще в процессе. Да, всего лишь третья тренировка, поэтому молодцы, еще работает. Не накачали.